Hello. Если бы у меня было время готовить, я бы не готовила. Но мне, если мы готовить, я готовлю. Палец исчез. Куда исчез? Кто исчез? Ладно. Сейчас возьму тарелочку, чтобы готовые рыбинки складывать. А у нас уже 327. Неплохо, неплохо. Всем привет. Тоже устала готовить. Ладно, сейчас дорежем. Сейчас дорежем. Знаете, сейчас что сделаю? Надо же куда-то их складывать. Красивенько. Подвинем. Возьму вот этот коврик. Коврик для суши. Я люблю, когда суши готовлю, складывать прямо на него. Это как будто бы красивая японская тарелочка, такая подставочка. Они любят такие использовать. Вот и я люблю такое использовать. Вот так вот беру. Кто не видел, еще раз показываю. Какая красота. С ножом будет аккуратно банить. Ну я же готова. Не знала. Если что, буду знать. Раз. Смотрите, какие красавчики. Они могут быть разные по высоте. Конечно же. Но сути не меняют. Они все красавчики. Смотрите, сколько начинки. Просто посмотрите. Вот он. Вот она какая, да? Считайте, вы прошли краткий курс по приготовлению роллов. Ну а что, зато вы узнали от меня что-то полезное, правильно? Я же не курить вас научила, а готовить роллы. Так что я молодец. Я молодец. Так, видите, как они легко режутся? Был бы хреново приготовленный рис, оно бы так не резалось. Был бы хреново утрамбованный рис, он бы так не резался. Было бы еще что-то, оно бы так не резалось. Вот они, маявкинские. Красавчики. А на вкус... Шикардос. Готовлю не первый раз. Не первый. И не последний. Каждая роль как роленьки. Единственное, я забыла авокадо купить. Я бы еще авокадинку добавила. Но я забыла купить. Бывает, да? Так. О, сколько их много получилось. Вы сейчас увидите и обалдеете. Просто. Не забывайте всегда вытирать нож. Я не знала этого раньше, когда готовила для себя. Я не знала, что это вообще надо. И они у меня все разваливались. А я не понимала, в чем дело, товарищ. Я не понимала. Тут оказывается все просто. Все просто. Главное, любовь. Просто посмотрите. Было? Было. Очень устала. Так спина болит. Наверное, выйдем с вами на берегу. Так, сейчас вас кто-нибудь поставлю. Или вас положить, что с вами делать. Куда вас поставить. Стол на столе я готовлю. Сейчас помою руки. И возьму вас с собой. One second, please. Солнце, посмотрите, какое солнце.
что я вас взяла? Еще надо куртку одеть. Да? Как бы да, как бы нет, как бы та-та-та-та-та. Да, солнце топовое, звезда стоматит, солнце приз такая же яркая, что? Ничего не поняла. Если бы знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Так. Так. Ой, солнце, не могу нарадоваться, солнце. Это что-то нечто. Это как, какая-то роскошь в Москве видеть солнце. О боже, милости, приятности. Уже в куртке на балконе жарко, но это, наверное, только на балконе. Вот. Пусто. Пусто. В смысле? В смысле? А, нет. Нашла. Так. Супер. Что супер? Я супер или что-то другое супер? Супер. Ой, глаз попал. Неприятно. Ты супер. Я супер. Спасибо. Спасибо. Больше чего я. Не буду курить в камеру. Я смотрела видео, как девушки что-то рассказывают и курят в камеру. Так некрасиво смотрится. Неизящно, я бы сказала. Ну, у нас, кстати, такая стройка за окном.